Это главная улица Юрмала, я так понимаю, известный Советскому Союзу и России фестивалями юмориной. Говорят здесь по-русски довольно много. А, вот под советскую музыку. Может, она и не совсем советская. Я бы сказал, это даже трогательно и правильно. То, что я сейчас вижу, вызывает симпатию и уважение. Попробую сделать неумелый зум. До зума у меня палец плохо дотягивается, поэтому я зумлю или зумирую мало. Не всем дано быть... О, сейчас надо опять зумировать. Они друг другу руки на плечи положили и сейчас поскачут. В эпоху моего детства танец назывался «Летка Янка». А эти дамы, очевидно, старше, чем я, поэтому им это еще ближе. Организовано, как организовано, на группы разбились. Вот. Конференция их хвалит. Я даже переводить не буду. Замечательно.